С праздником, дети! Спортивные эстафеты, игры, танцевальные конкурсы. Настоящий праздник для местной детворы из близлежащих домов устроили активисты территориального совета молодежи. Придумали много разных конкурсов для ребят, чтобы им вот такой вот сегодня осенний холодный день, так сказать уже, было весело, чтобы мы согрелись и как-то более дружно сплотились. На протяжении 2 месяцев во дворе между домами по улице Советской 21/22 и проспектом Ленинского комсомола 20 велись работы. За счет благоустройства значительно расширилась парковочная зона и дорога. Появились новые тротуары и освещение. Было установлено около 10 новых современных фонарей. По просьбе жителей оградили забором волейбольную площадку и рядом с ней разместили несколько спортивных комплексов. Приятно, конечно, чистенько всегда все и уютно. Сделали все хорошо, качественно. Огромное всем спасибо. Но главная достопримечательность этого двора – новая современная детская площадка. Она оборудована травмобезопасным резиновым покрытием и полностью ограждена. Есть горки, качели, турники и другие игровые элементы. Тут все новое, красивое. Здесь очень интересно и позитивно. Ну, я живу вот здесь, напротив мой дом. Мне очень нравится здесь жить. Ну, здесь вот площадок много рядом. Ну, и вообще здесь очень хорошо. Такое преображение дворовой территории пришлось по душе и взрослым, и детям. Всего с начала года в Ленинском районе благоустроили 14 дворов. На данный момент 14 площадок все сданы. Это 99%. Почему 99? Потому что еще есть у нас одна площадка на Лемешко во дворе. Она внеплановая. Поэтому там ее позже начали договора подписывать, все прочее. Ну, то есть вот технические сложности, но ее доделают обязательно. В настоящий момент жители Ленинского района могут проголосовать на интернет-портале «Добродел за свой двор», чтобы включить его в план по благоустройству на следующий год. Для этого нужно зайти на сайт, далее в раздел голосования, выбрать соответствующую дворовую территорию и отдать свой голос. Сделать это можно до 27 октября. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Евгений Садовский, Видное ТВ.